целью проверки и совершенствования тактических умений и навыков основного состава 7 июля на шахте имени Бажанова в Макеевке состоялись тактико-специальные учения подразделений Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий ДНР. По легенде учения, в результате возгорания и возникшего пожара под землей оказались заперты 90 горняков, один шахтер пострадал. В учениях было задействовано около 15 единиц специальной техники, более 60 человек личного состава, специалисты Государственной военизированной горно-спасательной службы МЧС ДНР, Республиканского спасательного центра, расчеты пожарно-спасательной службы, медицинские работники, реанимационные службы военизированного горно-спасательного отряда Макеевки. Этот процесс поглощает большое количество энергии, понижая температуру горения. Перед нашим подразделением была поставлена задача по разведке горных выработок, оказанию помощи пострадавшему, застигнутых аварией, применение оборудования для защиты горноспасателей от высоких температур и применение оборудования для разбора аварий. Как вы оцениваете работу? Поставленные перед нами задачи были выполнены, как и ликвидирована авария в целом. Все тактические задачи, поставленные командирами, были выполнены бойцами МЧС быстро и слаженно. Руководящий состав министерства, следивший за ходом учений, дал хорошую оценку работе личного состава. Вы видели, как слаженно наши подразделения сегодня показали на учениях свои навыки. Я хотел бы сказать, что в повседневной деятельности проводятся точно такие же тренировки в каждом горноспасательном отряде. И на практике мы выполняем точно так же свои задачи по предназначению. Я оцениваю сегодняшнее тактическое занятие на оценку отлично. Кроме того, после учений собравшимся была продемонстрирована новейшая техника для проведения спасательных и пожарных работ, находящаяся сейчас на вооружении у МЧС ДНР. Дмитрий Зиньковский, Евгений Полянский, специально для Новороссия ТВ.